Всем привет, друзья! Не переживайте, это не мой аквариум. Все же зрелище мало приятное, аж мурашки по телу. Ну, в общем, у одного из моих зрителей в аквариуме завелись вот такие вот червячки. Кстати, обратите внимание на сидящих на шланге червей, у них как будто вытягивается хоботок. Они белого цвета и плавают толще воды точь-точь как мотыль. Мало того, они без проблем ползают по стенкам и оставляют после себя на стекле и декоре целые дороги из отходов и слизи. Фу. Я впервые сталкиваюсь с подобным, но желая помочь человеку, больше часа просидел в интернете в тщетных попытках найти хоть какую-нибудь информацию или совпадение. И, к сожалению, друзья, не нашел. Я перелопатил массу статей на форумах и пересмотрел тучу видео в YouTube. И я понял одно, что бы ни завелось в аквариуме, все кричат, это планария. Но, к сожалению или счастью, даже не знаю, что лучше. Ну, в общем, это точно не планария. Хотя, может, какая-то ее разновидность, не знаю. Да и не видел я, чтобы планария плавала в толще воды. У планарий, насколько я знаю, ярко выражена треугольная голова, и они плоские. Да и растут планарии намного больше, а эти где-то миллиметров 3-6, где-то так, в длину. Если, не дай бог, у кого-то из вас было что-то подобное, или у вас есть информация, что это и как с этим бороться, буду очень признателен, если вы напишите об этом в комментариях. Ну, друзья, у меня все, и не дай бог вам таких обитателей в аквариуме. До новых встреч, всем пока!